Следующее важное место для посещения – улица Вайнера, главная пешеходная улица Екатеринбурга. Улица является аналогом Рамблы в Барселоне или, допустим, 5-й авеню в Нью-Йорке, или, допустим, Арбата в Москве. Другими словами, это улица, которую проходят туристы, даже те, у которых всего есть полдня на освоение Екатеринбурга. Наверное, номер один достопримечательность во всем нашем городе. Что вы должны делать? Подходите к памятнику Ленина на улице Ленина, это пересечение Ленина Вайнера, и идете, соответственно, по Вайнера до края. Будет множество интересных статуэток по кругу. Справа старющие дома, которые сохранены и реконструированы в новые. Например, Успенский. Слева будет администрация города. Идете дальше, у вас там старые-старые дома. Слева много интересного. Магазины, люди гуляют, машин нет, полностью пешеходная улица. Даже там, где она пересекает важные артерии, такие как Малышева и, допустим, Куйбышева и все остальное, вы будете ее переходить под землей, там подземные переходы. Будут слева и различные музеи, и различные картинные галереи, и различные комнаты интересного времяпровождения, всякие там квест-румы, лабиринты. Слева в какой-то момент вы увидите Гринвич, там же есть и сцена, и памятник Майклу Джексону, и памятник Генри Букину, и неплохой магазин справа, и одна из самых первых школ города, и упретесь вы в итоге в стадион «Юность». Это один из самых крупных центров, там есть и бассейн «Юность», и стадион для хоккея, вот это где с клюшкой бегают, и крытый стадион для хоккея, и зона для катания на коньках, конькобежный спорт. В общем, очень много интересного. Просто идете по улице Вайнера и смотрите направо и налево пешком. Одна из главных достопримечательностей города. Ставьте галочку, если посетили, а если нет, то выделяйте часик и вперед!